Здравствуйте, мы находимся на площадке дома номер 8. Здесь завершаются работы по установке оконных блоков, а также остекление самих балконов. Скоро на этом месте будут парковочные места и тротуары. Мы уже начали работы по благоустройству. В холлах жилых этажей завершены все работы по штукатурке и стяжке. Мы переходим на первый этаж. Как вы видите, установлены двери лифта, смонтировано все оборудование, начинаются пусконаладочные работы. Мы начали ставить качественные входные двери от застройщика с улучшенной внутренней панелью, а также надежными замками. А также началась укладка плитки в холлах жилых этажей. Напоминаю, часть квартир в доме номер 8 видовые. Ваши окна будут выходить на набережную из парка. Одно из преимуществ дома номер 8 – это вид на благоустроенную набережную. Здесь альпийские горки, крупномерные деревья, пушистые газоны и зоны отдыха. В доме номер 6 завершены все отделочные работы. Как и говорили, мы продолжаем благоустройство территории, организованные парковочные карманы, а также засеиваем газоны. Территория двора будет еще более зеленой. Привезли много новых саженцев и цветов. Часть из них уже высажены. Этот дом с ближайшим сроком сдачи. Еще есть хорошие планировки, большие семейные квартиры. Записывайтесь на экскурсию по номеру 2100-103.